Может, телефон не надо тебе. Вот машинка, да? Ну а как? Солнышко, видишь, надо или сумки убирать нужно куда-то, потому что здесь сейчас и документы, и все на свете уйдет. Ой, Мася! Просто сумки отсюда убирать даже надо их. Он достает их. Что такое-то, а? Повесь куда-нибудь их. Я их вот сюда повешу. Ну вот сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот 3 минуты я кипятил. 3 минуты, да? И смотри, что получилось. Достань это. Сейчас, смотри, что получилось. Блин, забыла, смотри, что я получилось. Ей сказать. Все равно по-своему будет варить. 40 минут овсянку. Телефон мой где? Вон лежит. А то она сейчас коляску возьмет, а эфир-то забудет. Ты смешно упал через голову. Классная проведена. Посмотри, экстремалов. Что получилось? Ну, ладно. Пиши, когда вернешься в город, сходим в кабинет. Я видела, что ты мне достала. А то, что 3 минуты всего варить надо. Куся, кефир не забудь. Она берет и варит, 40 минут овсянку. Вот, 3 минуты поварил, 3 минуты постояла. Все, готово. 3 минуты она всего варится. Все витамины остаются. Сереж, ты что пристал ко мне? А почему ты варишь 40 минут? Почему ты 40 минут варишь? Я не 40 варю! Я засеку сейчас. Когда сейчас? Ну, когда ты будешь варить? Я сейчас буду макароны варить. А, я думал, ты овсянку будешь варить. 3 минуты она всего варится. Маленькая котлетка останется? Не как знаю. Всегда, нет? Не знаю. Ну как это? Ты же говоришь, что не было ни разу такого, чтобы не оставалась маленькая котлетка. Но я этого не предугадываю. Но все время это бывает. Все время. Да, Мася? Вот уже бабушки на колготки пошли в ход. Ой. Где он это все берет? Да понять. Вот же лежит. Ой. На этом. Да пусть играет, господи. Я их все равно не ношу. Они же временные были. Воды мало, по-моему, да? Нормально. Я один раз много добавила она. Потом там кипело вся эта вода. Там кто-то стучит. Стучится, да? Покажи зарядник. Мы сейчас, бабушка сказала, мы сейчас пойдем. Покажи. Все вместе гулять. Как ты его цепляешь? Мы сейчас. Пойдем, а когда... Да иди пока к Тёме, иди к Тёме, сходи, мы сейчас догоним тебя. Иди. Слушай, сейчас никто не догонять будет, она готовит. Раз и все. А Злату чего, такая одну заряд. Оставишь? Да Златой мы сами поиграем. Просто хуйни-то, хоп, все. Дима, знаешь, вот ты вообще знаешь кто? Лада, ты пойдешь гулять? Я больше ни на одну твою авантюру не соглашусь. Золотуся, не ходи никуда одна. Ну ладно, мы сейчас поиграем, да? Мы сейчас догоним. Он так и сказал, говорит. Говорит, мама придет, все равно меня отпустит по-любому. Ну пусть друг у него там, что? Потому что ты бесхарактерная. Я-то? Почему я ему сказала, иди гуляйте, Злату вы не отпускаете? Ты бесхарактерная. А ты его бьешь у него на поводу. Что он захотел, то ты и делаешь. А потом орешь на него.
А я жду, останется маленькая котлетка или нет. А у него всегда, вот она делает, делает, и в конце все равно вот останется маленькая котлетка. Всегда. Я говорю, почему нельзя как бы, рассчитать, например. Понял. Одень часы. Ты сколько времени овсянку варишь? Вот 5 злаков. А? Сколько времени овсянку варишь 5 злаков? Ну, я не знаю. Ну, примерно. Он мне говорит, что я ее 40 минут варю. Вот, 3 минуты ровно варится, смотри. 3 минуты. 3 минуты покипело, 5 минут постояло, и все. Мягкое. И все витамины на месте. Давай, это недолго. Все. Как Тёма домой уйдет сразу. Поднимите руки, кто вместе не прибил. Я тебя прибила, это точно. И все равно бы готовила. Вот прибила бы меня, и все равно бы готовила по 40 минут. Понимаешь? Слушай, что ты врешь, а? Я никогда не готовлю. Ну как она кипит и кипит, кипит и кипит. Эта каша кипит и кипит, кипит и кипит постоянно. 20-30 минут. Она покипит у меня минут 5. Ну конечно. И я ее выключаю. Да, 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 знаю я. Знаю. Столько времени кипит и кипит. Все, рот закрой свой. Ешь свою овсянку. 500 рублей штраф. 500 рублей. Вот тебе 500 рублей штраф. И тебе. И тебе тоже. Стой. Он пошел? Да, да. А Злату что, бросил, да? Злата уже нафиг не нужна, да? Кто? А где Злата? А где Злата? А теперь Злату бросил, да? Снимай. Мама сказала не брать. Ну и вали отсюда! Да что вы на него? Пусть гуляет. Да пусть гуляет. Совести у него нет. Мы сейчас его догоним. Пусть гуляет. Печка, пусть гуляет. Больше я вот такого делать не буду. Понятно? Какого-то, какого-то. Я тебе пойдем, я тебе скажу. Там маленькая котлетка. Мы же сейчас догоним его. Поедим и пойдем. Пригласили ребенка, чтобы она поиграла? Да мы и так играем, сейчас мы и так поиграем. Ныл, что ему Злату надо. И ушел играть с другом. Так я Злату хотела, чтобы она пошла. Так вы же все против. Она бы сейчас тоже могла с ними поиграть. Там мама с первого этажа смотрит за ними. Да, я против. Видишь, и папа против. Я же говорю, я не против. Я же говорю, что маленький крест. Не ты, а ее папа. Ага. Правильно он говорит. Потому что ребенок в незнакомом районе. И она не знает, как домой ей прийти. Не ключи, ничего. Обязательно остается маленький котлет. Вот обязательно остается. Почему так? Что, Злата, что выбрать? Видишь, Куся? Парикмахерскую? Маленький котлет остается. Ты что с собой взяла? Ничего не взяла. Чтоб я еще раз с тобой связалась. Вообще. Знаешь, сколько раз я это слышал? Не столько. Чтоб я еще раз. Сколько с Димой? Столько раз слышал уже, капец. Вот маленькая котлетка обязательно. Да. Иди отсюда. Почему маленькая котлетка обязательно? Кефир принесла? Да. Борщ выстоял на балконе 3 дня. Настоялся. Льдом покрылся. Не весь, но покрылся. Будем говорить. Мы-то будем работать сами на себя. Вы уже работать собрались? Нет, мы еще только расчет делаем. А он работает, ему надо нанять диспетчера, ему надо нанять курьера, ему надо нанять. А нам нанимать не надо, да? Да не надо! Мы сами на себя работаем.
Сейчас Мася вылезет, а мы такие... Сейчас Мася вылезет, а мы такие поедем. Чего ты здесь просто камеру берешь? Ты ни хрена не снимаешь пол, вот это все, понимаешь? Не надо этого делать. Значит, ситуация следующая, да? Ну, все помнят, там на видео я делал обзоры, короче. Костюмы вот эти, да? С сайта Камуфляж 67. Вот эти костюмы пришли, вот сколько я в них походил. То есть вот такой... до минус 10 и такой до минус 30. Значит, что у него обнаружилось? То есть я его не стирал, ничего с ним не делал. У него полезли, короче, внутренности. Вот они. Вот они, вот они. Вот они. Короче, везде, отовсюду полезли вот эти внутренности. Ну, как он называется, там пух этот или что там такое. Вот они. Кругом лезет. Вот они скатываются, вот получается, да? На солнце, значит, я посмотрел, он вообще весь, вот смотрите, весь абсолютно, вот весь прямо, отовсюду вот эти волосы торчат по всему. Что этот костюм, что вот этот костюм до минус 10, тоже, вот смотрите, да? Все полезло, вот, все вот это. Вот с этой ткани, как бы, да, никаких проблем не было. Там вот тот зимний костюм, никаких проблем не было. Вот именно сшили вот этот костюм. И вот это вот, смотрите, что. Вообще он весь, абсолютно, он вон что, смотрите. То есть я так понимаю, что была нарушена технология пошива. То есть, либо не вставили ткань сюда и закинули эту вату. Либо в ткань эту тоненькую ставили. Короче, все это полезло. Значит, что? Так вот у них сайт, да? Ну, вернее, WhatsApp. Камуфляж, да, 67. Ихняя. И, соответственно, вот вся моя переписка, которая там, знаешь, здравствуйте, там посылку отправили. Добрый день, Сергей Александрович, это Камуфляж. Сейчас сайт убрали позиции. Ну, в общем, мы все это дело общаемся с ними. Вот, и дальше, значит, соответственно, как бы, ну, все нормально, когда все как положено, предлагают костюмы, вот, можем шить костюм из ткани темной хаки, как у костюма, ткань на коленях, я отказался, цены, короче, все это, вот, заказ и оплату получили, сегодня отправили посылку, заказ уже отправили, куртка Вулкан, размеры еще есть, нет, ее надо шить. Вулкан Халк надо шить. Да, в общем, сделаю заказ. Хорошо сошьем в течение двух недель. То есть общаются, все хорошо. Сумма, оплата, оплатил. Вот, то есть все я оплатил. Посылку отправили. Добрый день, посылку отправили. Спасибо, жду. Все, как бы, это закончено 12 декабря. Как бы я там уже, там видели даже обзор этот. Вот, сегодня я им отправляю 4 видео. Вот по поводу вот этой всей фигни. Отправляю 4 видео. Видите, да, все прочитано, все классно, все хорошо. Ответа привета нет. Потом я им задаю вопрос. Что скажете, почему так? И больше они это сообщение уже не читают. То есть все. Пошел игнор. Значит, у них есть, ну, как бы, ВКонтакте, да? Сейчас покажу. Так, ВКонтакте. Сообщество. Камуфляж 67. Одежда, обувь, да? Вот их нет. Адрес вот такой у них. Вот все, как бы... Ну, как бы, они все тут показывают, костюмы. Вот они ткани завезли, готовимся к сезону 3 часа назад. То есть, они постоянно здесь. И все хорошо, рекламируют костюмы. Как они грузят эти костюмы в машину, хвастаются, что там возят там туда-сюда. Но самое интересное, ну, тут все положительно. А почему? А потому что у них закрыто сообщение. То есть, ты нажимаешь «Добавить сообщение».
Ваше сообщение будет опубликовано, видишь, предложите новость. После одобрения. То есть, если я им сюда сейчас напишу всю свою претензию, да, я думаю, что хрен они ее здесь прогонят. Вот, поэтому, как бы, будет оно все на YouTube выкладываться, где они не могут ничего закрыть. То есть, вот смотрите, да, то есть, люди продают, как бы, все нормально, все хорошо, когда все хорошо. А когда вот обнаружился вот такой брак, косяк, да, все, люди посмотрели видео, а дальше уже сообщения не отвечают. Вот, а хотя у них продажи идут хорошо, то есть, люди довольны, как бы. Я тоже писал довольные, как бы, отзывы. Вот, в общем, вот такая вот ситуация. Если кто-то будет там заказывать на камуфляже, вот чисто для вас информация, подумайте. Вот видите, да? То есть сегодня прочитано, посмотрели. А вот дальше я уже, это где-то часа через 3, наверное, я написал сообщение, что скажете, почему так. И черненькое, все. Больше никто не отвечает ничего. Вот. Ну, если так, значит, ребята, хотите работать, то, значит, будет тогда так. Значит, как только я записал видео, да, и после этого, как чувствовали, пришли сообщения. Добрый день. Ну, как я вам писал вопрос. Это семейство смесовых тканей. Эти катышки можно убрать с помощью специальной машинки против катышков. То есть, как бы это... Я им написал, то есть срок службы этих костюмов составляет 2 месяца, да? Нет. Я пишу, в том-то и дело, что там не просто катышки, а последнее видео я показал, что там со всех щелей она лезет. Может, забыли подкладку пришить? Я им написал. Больше они не отвечают. Я написал, что попробую, завтра я эту машинку куплю. Но я думаю, что один раз побреешь, она полезет дальше. И сколько она времени будет лезть, я не знаю. В общем, вот такие ответы. Это, говорит, нормально. Семейство смесовых тканей. То есть то, что лезут в катушки через 2 месяца, это считается нормально, да? Ну, посмотрим, как оно нормально. Вот, съездил, купил машинку. Удаление катышков. Посмотрим, что она сможет сделать. 2 года гарантии. Цвет, конечно, какой-то не филипсовский, а типа Витек, Скарлет. Цвет такой же. Могли бы черный сделать, да, филипсовский цвет? Нет, какой-то сделали непонятный. 3 ватта, 3 вольта, по 1,5. Если я свои заряжаемые аккумуляторы ставлю, она, блин, не будет так сильно работать на батарейках. Там ножи, вентилятор, по-моему, да? По-моему, он даже только высасывает, а не всасывает. Ладно. Смотрим, будет ли она эти катышки убирать. Но это все равно по-любому брак. И по-любому камуфляж 67 отморозились от этого брака. Ладно, значит, будет видео на YouTube. Посмотрим, как она вообще срезает, не срезает. Все это дело. Вот здесь попробуем сейчас. Ну, вроде убирает. Сейчас почищу.
и посмотрим на солнце, как оно будет. То есть вот именно вот это место побрило. Ну да, побрило. Так, слегка. Бреет, но, по-моему, батареек, мне кажется, надолго не хватит. Ладно, попробую побрить. Сколько батареек хватит. Ну все, вроде бы кадочки все убрал. Вот здесь. Насколько их там внутри. Собирался. В принципе, еще батарейка работает. Сейчас я обработаю антистатиком. Вчера купил лиру эту. Обработаю, посмотрим, насколько хватит. И вторую чуть-чуть не дочистил. Батарейки сели, это уже полное. Видишь, все останавливается. Закончила свою работу. Наматываю такую хрень на эту штуку. Что такое вообще? Может быть, из-за этого она не крутит. Так. Разбирать. Здесь что-то все забилось. Все снимается. Может, из-за этого не крутит. Здесь все забилось. Вот. Все здесь почистил. Так, как снимается эта штука? Вот так. Полная катышка. Чем ее вытащить? О! Вот собрал с двух курток практически. Сейчас мы посмотрим, как она. То есть она здесь вот намотала. Хорошо. Сейчас вот ее соберем. Посмотрим, батарейки крутят дальше или нет. Крутят, значит, блядь, видимо, забито просто было. Да, батарейки целые. Две куртки почистил полностью, практически. Забило просто. Сейчас дочищу, да, антистатиком работаю, тоже обработал. Дима, она в говне. Это моя. Это твоя? Не надо говорить холостой. Это откуда, знаешь, взялась? Вот эта штука. Откуда? А эта штука откуда? А? Вот эта штука откуда? Вот отсюда. Для чего она нужна? Я не что знаю. Вас, нет. А? Покупаешь кока-колу. Бутылку двухлитровую. Накручиваешь ее вместо крышки вот сюда. И у тебя сифон. Воду наливай. С пеной, с пеной. Мам, давай шапку и кофту. Мама у нас устраивается в перекрестках
на работу. Да ничего никуда никто не устраивает. Пригласили ее сегодня. Сейчас, кто ее пригласил? А этот у нас, помнишь? Фархат, Фарид. Фамиль, Рамиль, Фахид. Молодой-то парень-то с наколками работал. В бильярдной. В бильярдной. Ну вот там, на стреле. А. Масло проверил? Масло проверил? Нет. Почему опять за машиной не следишь? Я ставлю тебе. Да не, нормально. Пускай. Движок сбрякает, посмотрим, как она будет петь здесь. Вернее, плакать вот так вот в углу. Биться головой об пол. Ты только мечтаешь об этом. Ты же этого хочешь? Раз не следишь за машиной. Да я вот вроде проверяла, нормально там было. Да. А, понимаешь, а может быть так, допустим, кольцо лопнуло одно, и оно может за день все масло уйти. Если масло живет, его нужно проверять каждый день. Я бы ведь, наверное, увидела это. Чего ты увидела? Оно выливается. Да, ничего бы ты не увидела. Да? Ну, оно бы дымило бы, например, и все, вот, в глушитель. Все вылетело в глушитель. Все, нижнего уровня, все. Нет. Спал. Так немножко, да? А ты не будешь ее ничем закрывать? Будешь. Ну и что это? Куршит. И что дальше? Ну он там работает на кассе. А он там работает на кассе? Да? Да. 1500 в день зарплаты и кормит бесплатно. Говорит, так кормят, говорит, вкусно. Мы, говорит, там, говорит, каким-то барахлом, говорит, кормили. А тут, говорит, вкусно так кормят. А ты его случайно там увидел? Ну, мы приехали туда. Да, мы приехали, он мне такой, идет подошел. Такой сзади. Ой, Светлана Викторовна, здравствуйте. Ты тоже видел, что ли? Он спал там. Так у них же большая сеть, Пятерочка, это же тоже перекресток. Ну, ритейл групп, как она называется? Да, ритейл групп. Пятерочка тоже это перекресток. Ну, Пятерочка это дешевая, Перекресток подороже. А вот творог покупать за 67 рублей за пачку, после того, как в этом покупаешь. В Ашане за 30 рублей за пачку, что-то не хочется ни хрена. Это все, что вы там купили? Да. Но больше у них денег нет. Ну вот начинается желтая полоса, медленно переходит в коричневую полосу. Блядь. Еще, конечно, не черная полоса жизни. Ну уже в коричневую. Денег вот, хватило только вот купить по акции молока за 31 число за 37 рублей. И луку. Вчера брал еще картошку. Апельсины мы тут взяли с солнышкой по акции за 49 рублей. Запас фруктов на неделю. Картошки взял. Вот так все, он колбаса. По сути, больше уже все. Хлеб вот еще тут есть. Вот. И все, по сути. Денежки закончились. Солнышко ложится в больницу. И все. Будем как-то сейчас выживать потихоньку. Ладно, сегодня надо жарить картошки. Себе карту строить надо массивно заканчивать ее как-то, блин. Да? Кошакам вчера купил за 300 рублей кошачьего корма. Они-то терпеть точно не будут. Они не понимают, есть деньги, нет денег.
Они будут ходить за тобой и орать все время. Да, Тиша? Так я тебе правильно говорю? Да. Ладно, помыть посуду. В общем, картошку я пока делать не буду. Я вспомнил, что у меня на балконе стоит двухнедельный борщ. Вот сколько от него осталось. Он замерз, конечно. Но тем не менее, надо его доедать. Две недели он уже стоит на морозе. На улице снег, зима, минус 3. И снег постоянно идет, 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 идет. Мелкий. Не ходит. Короче, пошла. Жарим картошечку лучок. Иван, через мозг я покрыкать. Под промысловиков. Мне-то хорошо, хотя бы тепло, и картошечка есть. А у вас-то вообще жопа там, блядь. Шишига сломалась. Пешкадралом идут по темноте, блядь. Вот фонарик какой-то есть. Жесть вообще. Темень, капец. Выживальщики, которые действительно, он сказал, говорит, выживальщики, которые целый день, блядь, готовятся, чтобы ночь переночевать, блядь. Вот так повыживайте, попробуйте, блядь. Выживальщики. Так Кира узнает. У тебя сколько там? Такими купилами это было достигнуто для меня, по крайней мере, потом расскажу. Сейчас тут пьяные китайцы, наверное, будут смеяться над нами. Ой, блин. Да. Но глухо такая. Я поднимался в гору. Вадим, привет. Салончик у тебя супер стал. Весь светится. Я так же раньше любил делать. И масс у меня светился, и ман. Все равно какой-то. Какую-то радость, комфорт вносишь в салон, чтобы не скучно было ехать. А у меня тут вот такое вот блюдо здесь. Значит, картошка готова, лучку добавил, сейчас на сидички пожарятся. Сейчас пусть стоит, она немножко так, чтобы картошка сильно не горела. Должны были забрать в пятницу, но что-то не нужно. Ну, в общем, короче, перекусил. Это у вас тут Вадим. Тоже какое-то новое, ну, другое видео. Это я посмотрел. На колесо его пытаюсь развести. Ну, конечно, надо было саму накачать просто. И все. Так. И, короче, меня сейчас купили карту. Вот, поэтому поеду я сейчас. Куплю молока. Вот молоко, короче, оно еще 3 дня годное. Вот верным здесь. По акции по 35 рублей. Не знаю, почему акция такая по 35. Вот. И куплю на аптеку заехать. Этот Ринонорм закончился. Пока есть возможность. И у солнышки нету уже его. И у меня закончился. Заводим. Сегодня много карты построил. Ну еще сегодня еще надо будет строить. Достраивать там один участок. Ладно, поедем в аптеку и мусор надо вынести.